Danke, dass wir heute gemeinsam hier sein können. Большое спасибо за то, что мы сегодня можем здесь быть вместе. Ну иначе быть не может. Es kann auch anders nicht sein. Господин канцлер, дорогие друзья, соотечественники, уважаемые гости, народы Беларуси и Австрии, как и все народы Европы, пережили общую кровавую трагедию Второй мировой войны. Миллионы граждан наших стран стали жертвами нацистской политики геноцида. Сегодня нас объединили боль, памяти и зов совести, нравственный человеческий долг, ответственность за судьбы будущих поколений. Преступления, совершенные гитлеровцами, поражают своей жестокой запредельностью. Безумные, антигуманные идеи фашистов воплотились в государственной политике Третьего Рейха. Для расширения жизненного пространства на восток были разработаны подробные планы. Они опирались на достижения научно-технического прогресса и ужасали своей педантичностью. Расовые законы признали ненужным существование миллионов людей. Не случайно концентрационные лагеря нацистов называют фабриками смерти. Убийство людей в них было поставлено на поток. Такая фабрика, одна из крупнейших в Европе, находилась здесь, в Малом Тростенце. На этой самой земле была пролита кровь многих десятков тысяч невинных жертв, среди которых депортированные граждане из стран Европы, мирные жители, партизаны, подпольщики и советские военнопленные. Для белорусов годы оккупации стали одной из самых трагических страниц в истории. Поэтому день освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков – это наш главный государственный праздник, День независимости, такой же важный, как День Победы. Память о павших в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи. Осознание уроков Второй мировой войны находит отражение и в миролюбивой внешней политике Беларуси, последовательным искренним стремлением белорусов вносить свой вклад в урегулирование конфликтов, снижение напряженности через содействие диалогу и сотрудничеству в регионе и в мире. Беларусь уделяет особое внимание увековечению памяти жертв нацистского террора. Создание в Тростенце мемориала общеевропейского значения – это результат совместных усилий белорусского государства, политику общественных деятелей, представителей религиозных организаций, руководства и жителей городов Европы и, конечно же, выживших свидетелей тех времен и родственников погибших. Мы с большим воодушевлением и готовностью поддержали инициативу наших австрийских друзей установить монумент в память о гражданах Австрии, погибших в лагере смерти Тростенец. Здесь
было уничтожено более 10 тысяч граждан Австрии. Женщины и дети, старики, молодые люди. Их убивали просто за этническое происхождение, за исповедание чуждой тем палачам религии, за приверженность другой идеологии. Монумент, массив имен, который мы открываем сегодня, не просто возвращает из небытия имена тысяч жертв. Он символизирует стремление новых поколений знать о трагической судьбе своих предков и сохранять память о них. Этот памятник – напоминание о том, как далеко могут завести агрессия, берущая верх над здравым смыслом, непомерные политические амбиции, антинаучные и античеловеческие теории. Пусть этот каменный символ станет вечным напоминанием о том, что мир действительно очень хрупок, а человеческая жизнь бесценна. Наша святая обязанность передать память об этой войне потомкам, предостеречь будущее поколение от повторения фатальных ошибок прошлого, сберечь мир на земле. Прошу почтить память жертв минутой молчания.